В области выявлено 8 фактов использования преподавателями колледжей поддельных дипломов. Прокурорами по всем фактам начато досудебное расследование, материалы передали в органы полиции. Как сообщили в ведомстве, 5 преподавателей работали в колледжах Актау из Каракианского района Троя. По 4 эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии. По одному факту досудебное расследование продолжается. В целом, в 2022 году прокуратура зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам. Ведомство продолжает работу в этом направлении. Досудебные расследования по статье 385, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На сегодняшний день по 3 лицам уже вынесены обвинительные приговора судом, по 4 дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, одно уголовное дело расследуется. На сегодняшний день все данные учителя были уволены в системы образовательного учреждения. Данная работа продолжается. По изготовлению дипломов, конечно же, по данному досудебному расследованию будут выделены отдельные производства, и по результатам следствия будет дана соответствующая оценка.